Добрый день, опять с вами мы, Вадим и Инна Рубцова. Сегодня у нас второе подготовительное занятие, и мы с вами немного прокачаем ваш навык эффективного, успешного общения. Иногда, когда мужчина начинает знакомиться с вами, вы теряетесь и не знаете, что сделать. Ведь любое неверное слово может разрушить буквально все. Ведь первое впечатление складывается в первые 6 секунд знакомства. И именно тогда возникает какие-то зажатости и неуверенности в себе. И, возможно, какая-то более уверенная в себе барышня может увести вашего мужчину. Поэтому обязательно надо научиться создавать впечатление о собеседнике именно с первых секунд. Давайте сегодня, вот раз и навсегда, просто избавимся от этой проблемы. А сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили ситуацию, когда к вам обратился кто-то с просьбой, а вы ему отказали. Но вы точно знаете, что если бы это был кто-то другой, более интересный, более привлекательный, то вы обязательно согласились. Сегодня мы приоткроем завесу тайны и расскажем вам, как стать интересной и харизматичной женщиной, которая будет готова помочь любой мужчине. Ну что там мужчина? Вообще любой человек. Давайте разберем это на простом примере. В вашей жизни есть же такие люди, которые просто идут, просто подходят, произносят просьбу, и, о чудо, им всегда помогают. Например, этот человек может подойти к сотрудникам отеля и обратиться с какой-то нелепой просьбой, и вместо отказа он получает качественную помощь. Или вдруг в незнакомой стране, в незнакомом месте, с плохим знанием языка он заблудился. Он подходит к первому попавшемуся прохожему, обращается с просьбой, и тот не просто тыкает пальцем «вот вам туда», нет, он провожает или даже подвозит, а по пути рассказывает о всяких разных интересных случаях, которые произошли в этих местах. У нас, например, часто так бывает, когда мы путешествуем по миру. Хотите научиться так же без долгих тренировок? Вы знаете, на самом деле никакого большого секрета здесь нет. Все очень просто. Нужно сначала посмотреть на человека и искренне восхититься им. И только после этого задать ему свой вопрос или обратиться с просьбой. Дело в том, что каждому человеку приятно, когда им восхищаются. Вспомните себя. Вам же намного приятнее общаться с человеком, в чьих глазах вы видите восхищение. И тогда ему хочется общаться с вами, хочется помогать вам. И вы даже перестаете на него сердиться в ссоре. В любом человеке. Вот абсолютно в любом можно найти что-то, что достойно восхищения. Может быть, это будет маникюр, или сумочка, или прическа. Подожди, мы же говорим о мужчинах. Возможно, это будет галстук, прическа, или красивые глаза, или улыбка. И знаете, или такие замечательные старые заношенные кроссовки. Ну, каждому свое. Итак, всего три шага. Найти то, что вам действительно нравится в человеке, восхититься этим внутри себя искренне, и затем уже обратиться с просьбой или с вопросом. Человек посмотрит на вас и почувствует, что он вам очень нравится, что он вам приятен, что вы восхищаетесь. Ему захочется продлить это состояние. Больше у него не будет никакого выбора, ему останется только одно – помочь вам. Помните, в конце обязательно нужно искренне поблагодарить человека. Не только на словах, но и чувствуя эту благодарность внутри себя, потому что человек действительно вам помог. Как вы видите, расположить в себе человека очень и очень просто. Для этого всего лишь нужно искренне восхититься им сначала и искренне от всей души поблагодарить в конце. Это маленький лайфхак, который поможет вам быть успешным и ваши общение с людьми сделает более радостным, теплым и счастливым. Вы удивитесь результату, но уже с этого дня, с того момента, как вы начнете применять это упражнение в жизни, ваша жизнь станет меняться к лучшему. А также напоминаем вам, что уже очень скоро стартует наш бесплатный вебинар «7 шагов, чтобы привлечь мужчину своей мечты», на котором вы поймете, что мешает вам наконец-то построить свою гармоничную, счастливую жизнь.
вы сможете наконец-то действительно разобраться, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой на протяжении многих и долгих счастливых лет. Также вы узнаете, какие женские качества вам нужно развить в себе для того, чтобы ваш мужчина был счастлив именно с вами. Поэтому, если хотите узнать, что мешает вам создать эту счастливую жизнь, если вы хотите действительно понять, с каким мужчиной сможете построить долгую счастливую жизнь, приходите к нам на наш бесплатный вебинар «7 шагов, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину своей мечты». Кстати, среди участниц мы разыграем 3 приятных и полезных бонуса. Поверьте, они помогут вам в достижении вашей заветной цели. А за день до вебинара мы обязательно отправим вам личное сообщение. А сейчас практикуйте. Восхищайтесь своими близкими, восхищайтесь незнакомыми людьми и почувствуйте, как меняется ваше общение. И обязательно оставьте свой комментарий, напишите свои ощущения от этой практики, от этого опыта. И мы обсудим это вместе с вами. А сейчас хорошего вам дня и до скорой встречи. Пока-пока.